Здравствуйте! Сегодня у нас распаковка посылки от интернет-магазина «Мыло Оп». В этом магазине мы берем товар уже более полугода. Ассортимент большой, хороший, цены приятные. Доставку мы заказываем новой почтой. От дня оплаты до дня получения, как правило, проходит в среднем 3, иногда 5 дней. Итак. Накладная. В накладной у нас указан список всех товаров, количество, цена, сумма. Давайте смотреть, что у нас внутри. Все аккуратно запаковано. Завязано. Так, это у нас флакон. У нас два флакона. Со спреем. Этот мы будем использовать для духов на разлив или для духов собственного производства. Дальше. Вот это второй флакон. В принципе, они по принципу действия одинаковые. По объему они практически одинаковые, 1,12, 1,13 мл. Дизайн, как вы видите, оригинальный. Флаконы красивые. Трубочки длинные. Протеинов кашемира гидролизат. Так, этот мы будем добавлять в средство для восстановления волос. Так, эфирное масло цитронеллы. Эфирное масло цитронеллы мы берем специально для того, чтобы попробовать нейтрализовать запах масла ним. Так как оно имеет специфический запах, но хорошо работает. Так, глицерин растительный 50 грамм используем для самозамеса в электронных сигаретах. Цикламетикон это силикон, он используется во многих средствах. Так, экстракт CO2 воробейника. Им можно подкрашивать продукцию. Также он имеет ряд полезных свойств, если проблемы с кожей. Гидролат череды 50 мл. Его мы берем для детского крема. Здесь у нас вот масло ним 25 грамм. Берем уже не первый раз. Используем в средствах для волос и добавляем в детский крем при обострениях атопического дерматита. Помогает. Имеет специфический запах, для нейтрализации которого советовали эфирное масло цитронеллы. Вот. Ним гасим цитронеллой. Запах. Так. Ванильный соблазн.
ароматизатор для электронных сигарет. Это для электронных сигарет мы берем. Вот. 5 миллилитров. Консервант. Пресервосол. Консервант пресервосол. Мы его берем второй раз. Он хороший. Он имеет сильный запах и может перебить отдушку в готовом продукте, поэтому это нужно учитывать при производстве какого-либо крема или другого. Консервант Касгард. Консервант Касгард мы взяли попробовать вместо другого консерванта. На пробу. Так, вишневая буря, это у нас ароматизатор для электронных сигарет. Ну, тоже. 5 миллилитров. Масло кунжутное. Масло кунжутное, 100 миллилитров. Считается гипоаллергенным. Берем для детских средств. Масло какао, нерафинированное. Пятьдесят грамм. Идет в бальзам для губ или детский крем. Это один из самых твердых баттеров. Нужно отметить, что приятно пахнет белым шоколадом. Экстракт CO2 розмарина. 5 грамм. Это антиоксидант для масел. Также обладает противовоспалительными свойствами. Полезен для жирной кожи и волос. Ниацинамид. Ниацинамид. Ниацинамид 10 грамм. Это никотиновая кислота для сухой и возрастной кожи. И последнее у нас кремообразная Англия, мягкая мыльная основа, 200 грамм. Взяли на пробу для приготовления взбитых скрабов для тела. Вот и все. Наш текущий заказ. Покупайте в Мылоопт, экспериментируйте. И удачи вам и вашим знакомым. До свидания.